Ребята, всем доброе утро. Я вот сейчас собираюсь на день рождения. Сегодня у нашего друга день рождения. И вот я уже помылась, помыла голову, маникюр сделала. Ну как, маникюр у меня уже сделан, и у меня шеллак. Вот такой вот, кстати, креативный яркий маникюрчик. Фокус. Что камера не хочет. Вот такой вот у меня яркий креативный маникюр мне сделала Яночка, подружка. Такой вот необычный, кстати, на мисс девушка, которая участвовала, наша модель тоже была с таким похожим маникюром. У меня тоже такие квадратики были. В общем, очень красивый. И я вот намазала кутикулу вот таким вот маслом. Это мигдальное масло специально для кутикулы. Вот, мне тоже Яночка посоветовала, я вот его купила, и у меня постоянно вот здесь вот кожа сохнет. И особенно, когда много болтаюсь в воде, там, в общем, что-то мою, постоянно голову мою, то у меня тут постоянно эти загусеницы появляются, сухая кожа. И я вот теперь начала мазать маслом, и это все проходит. Очень хорошее масло, красивый маникюр. Кстати, уже держится 3 дня, ничего не отваливается, практически ничего. Одна бусинка вот здесь вот отпала. Вот, так что... Вот так вот. И также хотела вам показать. У нас сегодня, так как у друга день рождения, мы же купили подарочек и купили ему абонемент в спа-салон, в тайский спа-салон. В общем, на тайский массаж. Называется салон Тай Сабай. И там делают разные виды массажа, именно тайского, то есть и обычный, и традиционный, с маслами. И вот мы купили абонемент. Называется он Royal, там все включено, 2 часа на 4 руки. То есть 2 массажистки, 2 тайки, там настоящие тайки, будут делать массаж. Так что надеемся, что ему подарочек понравится. И также еще хотела показать свои новые приобретения от Irène Bucour, живая косметика. Я очень полюбила их нее косметику. И вот сегодня я использовала вот такую вот маску капиллярную для волос, для шкиры головы. Ее нанесла на кожу, подержала и потом мыла уже шампунем голову. Очень классный у нее аромат, просто потрясающий. Также очень хорошо очищает кожу. И также здесь у меня еще лак вот такой вот бордовый. Я его еще не пробовала, так как у меня маникюр сделан шеллаком. Попозже попробую. И также, ой, сразу достану. У меня вот такая вот тушь черная. 3 в 1. Тут и объем, и длина, и уход, и вот такой вот блеск красивый. Ну а сейчас я буду дальше собираться на день рождения. Мне осталось еще посушить волосы, потому что я помыла. Видите, они у меня еще такие влажные. Кстати, у меня волосы, когда влажные, они вот так вот крутятся. Вот. Такие прям волнистые-волнистые становятся. Вот, так что сейчас буду сушить волосы, еще переоденусь и хочу записать видео. Также надеюсь, что успею еще записать видео. Вот, я участвую в проекте Ольги Резниковой. Это украинская видеоблогер, которая ведет канал о жизни в Украине, об Украине для иностранцев. Так вот, и часто задают разные вопросы иностранцы, и она мне прислала вопросы, на которые хотели бы иностранцы услышать ответы именно от украинок. То есть не просто от нее, а вот именно от украинок там целый проект. Так что я сейчас буду записывать видео, и потом уже на канале, скорее всего, Олечки вы увидите это видео. Вот, потому что я не знаю, буду я его на свой канал выкладывать или нет. Ну, может, тоже поделюсь, ну, посмотрим. В общем, так что пойду дальше собираться, и еще губы надо подкрасить, и чаек хотела попить. Ладно, пойду-ка я, потом еще включусь, и на день рождения, когда мы будем ехать, на день рождения тоже, может быть, что-нибудь еще для вас поснимаю. Да я не знаю, сюда я ставлю. Давай мне тоже, один люди, один и... Нет, на тебе. Я слышу.
Ну, каждый не будет. Сними бумажную тарелочку. Давай сядьтесь по полтора. Да, гора не хочу, где возьмешь? Да, очень он же тянет эту тарелку, поэтому можно вообще не ясно. Девушка подбежала, зато с одним видом понятно. Это Натаха. В миде их сварили о-о-о, черноморские бурные. Ой, смотри, вообще классные. В этом. Ну, типа, чуть-чуть с перчиком. Черные, да? Вот в том соусе, да. Не сильно острова, да, ну просто острова, если ты против острова, да. Ой, Валера меня понял, что я хочу. Это, наверное, вершковый какой-то, да? Спасибо. Можно, конечно. Боже мой, у меня жена говорит вершковый. Да, это с чесноком чеснока. Ну, мне вот это нравится. Это же хорошо, они не острые. Ну. Не, нормально, это не сильно острый. Тортик для именинника. С клубничкой шоколадной. Так, мы сейчас пришли дальше праздновать день рождения. Бар, бар-кафе, паровоз называется. Короче, здесь со второй коктейли. Я не помню, как он называется. Не важно, как он называется. Это